очень спорные итоги, потому что где-то были провалы у некоторых отелей, где-то были, наоборот, шквалы туристов. То есть тут очень неоднозначная ситуация, и говорить там за всю Абхазию трудно. Но в целом, наверное, какие-то цифры, по крайней мере, по именно прибыли, прибыльности, по, скажем так, вот потоку денежному в целом в Абхазию, и со стороны туроператоров, со стороны частных клиентов, просто приезжающих самостоятельно, наверное, оно будет очень похоже. Другой вопрос, что расходная часть в этом году увеличилась, поэтому там конечная прибыль для бюджета, наверное, ну, к сожалению, будет меньше при равном количестве туристов в прошлом году и в этом году. То есть немножечко, я думаю, будет меньше, потому что очень дорого стало обслуживание, питание, зарплаты, то есть все, что вот входит в расходную часть отеля. То есть инфляция повлияла на вот на турсезон серьезно? Инфляция раз, и вообще общее подорожание на все в этом году. То есть вот в связи с там санкциями, в связи с общей экономической ситуацией, с билетами, с транспортной составляющей. Вот в этом году была очень дорогая перевозка и авиа, и поезда, потому что дефицит мест присутствует, да. Поэтому, да, все это сказалось, и я думаю, что это не конец. То есть еще будет рост расходной части.